Toyota представила недорогой седан Yaris Ativ. Toyota представила в Таиланде бюджетный седан Yaris Ativ. Несмотря на название, с европейским Yaris у него мало общего, а основным преимуществом четырехдверки должна стать конкурентоспособная цена. Toyota Yaris Ativ представляет собой упрощенный вариант седана Vios, который, в свою очередь, построен на базе хэтчбека Yaris в модификации для рынков Азии. Если внешний автомобиль отличается от донорской модели, то габариты новинки практически не изменились. В длину он достигает 4425 мм в ширину, 1730 мм в высоту, 1475 мм колесная база, 2550 мм. Новая модель комплектуется 1,2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 86 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Задние тормоза у Yaris Ativ исключительно барабанные, хотя Vios в дорогих версиях имеет дисковые механизмы. Меньше стали и колеса. У новой модели они 14-15 дюймов, тогда как и Vios, 15 и 16 дюймовые. Совершенно другим стал и салон. Несмотря на бюджетный статус, уже в базовой комплектации Yaris Ativ оснащен камерой заднего вида, мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, системой бесключевого доступа и запуска мотора с кнопки, климат-контролем, усилителем руля и электростеклоподъемниками. Кроме того, в стандартной комплектации 7 подушек безопасности. Базовая комплектация Toyota Yaris Ativ будет стоить около 14 тысяч долларов США, в максимальном оснащении 18-5 тысяч долларов. Источник: Autorview. По материалам сайта newsgro.com.